Всем привет, с вами Данте, и карта The Farming Platform, Farming Platform 3. Да, как видите, я немножко поиграл. Вот зараза. Я поначалу, кстати, испугался, потому что мне на этой карте по стандарту 60 FPS, а сегодня резко выдало 160. Меня это очень удивило. И да, я очень долго играл. Очень долго играл, потому что я смог выбить две головы зомби еле-еле. Да. Мне самому интересно, как, потому что это очень-очень редкий дроп, и, по-моему, на этой карте его нельзя выпить. Не знаю точно, но, по-моему, нельзя. Ну, я не в курсе, в общем. Я как-то смог выбить. Да. А также вчера, наконец-то, словил Харсиса. Он создал сервер с 36 модами специально для 5 человек развития индастриал. Будет, в общем, основных таких модов, плюс еще там Таункрафт. Сразу говорю то, что этот сервер закрытый, как он сказал, именно будет для 5 человек. Он я еще там несколько и еще 3 его друга. Сразу говорю, мне не писать, как попасть на этот сервер, потому что я на это реагировать не буду, но он, в принципе, да. Текстурпак. Фарминг платформ. На, все теперь, все теперь красиво. Да. Теперь все красиво, все правильно выглядит. Да. Так. И дерево. Я даже не знаю, что делать, в принципе-то. Потому что я ачивки, в принципе, почти, по-моему, все выполнил. Мне, кстати, в комментариях написали то, что вот тут и этот остров можно соединить. Но если можно соединить, почему? Тогда мне этим не воспользоваться. Так. Там начало, по-моему, серого, да? Дороги все из серого. Да. Ну давайте тогда будем не будем не могу выкрыть яйцо. Давайте камни из камня сделаем. Так, гоу снимем, поставим сюда, пусть охраняет. И да, вы как могли заметить, я приболел. Хотя, мягко это сказано, еще приболел. Если бы именно приболел, у меня бы такого кашля не было бы. У меня было бы вот именно ну, именно. Хотя. Ладно, пофиг. Блин. Кирки нет. Ну ладно, все равно потом буду проходиться. Блин, сейчас shift, блин, не отпустить случайно. Потому что я немножко еще остыл после болезни. И только соображаю еще. И, кстати,
те многие уже могли заметить то, что Farming Platform выходит ровно в 2 часа каждый день. В принципе, почти что все запланированные мной видео выходят либо в 2 часа, либо день в 6 или в 7. Если вышел в 2, то не факт, что в 7 выйдет. Потому что я, если снимаю, то сначала... О, нормально. То сначала достаточно приличное количество видео. Так, что тут написано? Your old platform is away. Дайте мне табличку. И напишу, но новое только по-русски. Так. Фермы. Все. Так. Ну и как вы помните, тут вроде бы оголенный команд-блок. Ну вот он, вот этот команд-блок, который, по-моему, можно как-то вот... Да. Ну, как видите, команд-блоки работают вот именно... ОП, значит, это... именно игрок, который будет либо нажмет эту нажимную плиту, да, нажмет, телепорнется именно на эти координаты. Если тут вместо PR будет, то тогда какой-нибудь из игроков телепорнется. А все игроки телепорнутся. Ну, вот это, в принципе, издевательство для... Да. Newbie and Player, Open Player is Creative Mode. То есть, этим common-блоком могут пользоваться только игроки в Creative моде. А у меня его нету, ну и мне пофиг как-то. Так, вот это можно снести, кстати говоря. Извиняюсь, великодушно, то что все-таки кашляю. Но если кашляется, почему бы не покашлять? Как я всегда говорю, не сдерживай себя. Хотя в некоторых случаях лучше сдержать себя, чтобы не получить того результата, который ты не хочешь, чтобы был. Так. Так, ну животных я явно не смогу на этот остров перетащить, потому что хотеть, в принципе, блин, поставил удобно очень. Будешь, ну ладно, у меня его много, в принципе, не так уж нормально. Так. Вам не шандарахнуться, хотя второй уровень мне это пофиг. Но булыжник это сколько в майнинг гейм надо поиграть. Потому что его нигде не купить. По-моему. А, не купить. Хотя многие скажут, что используй баг майнинг гейма. То есть поставь факелы. Ну, кстати, я все-таки покажу как-нибудь этот баг, только сразу говорю, я им не пользовался, пользоваться не буду, потому что он меня бесит, он просто беспардонный этот баг.
тебе многие скажут, это... Ну, это же возможность Майнкрафта. Да, это возможность Майнкрафта. Кстати, я все думал, что это сидень. Да, это возможность Майнкрафта, но... Она неправильная. Немножко. Ну, хотя, также такая же неправильная, как я сейчас выращиваю незерварп. А надо именно его... Хотя, в правилах не написано то, что его надо именно... получать либо от зомби, либо от продавцов вот этих, которые находятся. Ну ладно, пофиг. Кстати, тут я начал вот более-менее так заделывать вот этот водоем, потому что я хочу ну хотя тростник я уже туда, скорее всего, перенесу. Хотя если животных я туда перенесу, тогда тростник у меня тут. О, хотя, может, там деревья посадить. Каждая идея лучше другой, ну, несколько раз. Или даже хуже. Так, надо каменную сделать. И... Ой, блин, курен. Надо будет найти все-таки мод, где добавляется то, что можно яйца кушать. Потому что, ну, кстати, я переделал немножко ферму кактусов. Ну, как переделал, фактически никак. Да. Но тут она все равно неправильная, потому что... Вот отсюда и отсюда будут, скорее всего, стекать вот сюда, а вот отсюда и отсюда он будет где-то вот тут стопориться. Да, вот тут. И вот этот дерев, он чисто для того, чтобы следить, как растет, как растут кактусы. Потому что курицы через эту дверь очень любят входить в кактусы, и это меня бесит очень. Да. Не, все-таки я колоссально заболел. А, у меня... я так заболел-то весь очень. У меня температура-то... Сколько? Да не 2-3, что ли, была. Под 40, что ли. Да, под 100. Под 40. Я такой сижу, довольный, за компом, что-то делаю, блин. Ну, опять же, работаю. Немного в фотошопе разобрался еще. Ну, хотя, как я разобрался... это еще мягко сказано. Какие-то не мягко сказано. Потому что я находил много гайдов про этот Photoshop, как им пользоваться, но как истинный мужик. Упортый. Я что делаю правильно? Разбираюсь сам. Хотя, в принципе, меня никто не учил видео записывать. Сам научился как-то. Да.